Нижняя плата Четвердага на север. 6 часов вечера. Вот эта коряга и обозначается на Гарбурман. А это уже видно юг. Далее видим южную землю. А на переднем плане видим начало Лобного Кувара. Как хорошо пить компот не спеша и почти не дыша, тянуть его в себя. Как хорошо всем окончив свой путь, спит любимый трамвай. Ай-баюшки, бай-бай. Пара-ра-ра, па-ба-ба-ба-ба-ба. Лобный Кувар называется это ущелье. Тут совершеннейшие герои, фантасты строили горную хижину, чтобы жить зимой с горными лыжами и не спускаться даже на выходные дни. Давно уже в живых их нету, не достроивших эту хижину. А какая была сила фантазии. Затащили царька, там царька, джаз-банду нашу. Жуют резину. Сам огонь, пам-пам-пам-пам, сквозь соломину.